Приветствую вас, друзья. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за поддержку. Вот смотрите, все мы с вами живем в такое немного странное, суетливое время. Вот огромные потоки информации льются на каждого человека практически. И очень такой противоречивой информации причем. Вот многих это сводит буквально с ума. Вот вскрывается много разного зла, негативов. И вот люди от этого в напряжении, в стрессе. Суета, беспокойство, бессонница. Все это негативно отражается не только на здоровье, но и в целом на всех делах. Вот как это все снять? Как от этого избавиться? Есть очень хорошая практика. Вот одно только слово, которое нужно повторять как мантру. И это избавит вас от суеты, беспокойства, бессонницы. Слово это звучит аум. Но повторять его нужно особым образом. Вот по крайней мере два раза в день, утром и вечером, делайте такую практику. Вот сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза и представьте водную гладь. И вот падает капля дождя и воспроизводит этот звук аум. Вторая, третья, пятая, то есть начинается дождь. И каждая капля производит этот звук аум, то есть повторяйте его. Но повторяйте его таким вот образом, не произнося вслух и даже шепотом, даже не шевеля губами. То есть не выпуская наружу никаких звуков. Этот звук должен звучать внутри вас. То есть аум, аум. Все это мысленно. Причем любая амплитуда. Либо быстрый дождь, либо медленный. То есть аум это звучит только внутри вас, в вашем сознании. И вот буквально минут 5-7 вслушивайтесь в этот звук. Вот словно погружаетесь в него. И вот буквально через некоторое время этот звук, он словно охватит вас целиком. И вот в этом звуке растворится суета, беспокойство, бессонница, тревога, то есть стресс. Все-все растворится именно вот в этом звуке за эти 5, 10 может быть минут. И вот такую практику можно проводить регулярно по мере необходимости. И она надежно будет освобождать вас от подобных стрессов, от бессонниц, тревоги и суеты. И еще, друзья, утро – это самое хорошее время для того, чтобы зарядить себя на удачу. И помогут в этом буквально два волшебных таких слова. Вот обязательно посмотрите видео, которое всплыло. Вот это поможет вам создать и закрепить ваш успех. Благодарю вас.